14 сентября постепенно в квартиры горожан будет поступать тепло. Постановление о начале отопительного сезона подписали в мэрии Кызыла. Сегодня готовность жилого фонда столицы республики к предстоящему отопительному сезону свыше 80%. Обычно отопительный сезон должен начинаться, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней. Однако в этом году тепло подадут значительно раньше. Почему мы, вот скажем, сейчас решили, учитывая прогноз погоды, что ожидается значительное похолодание к концу недели, поэтому было такое решение принято. И к концу недели многие жилые дома, жители также почувствуют тепло в домах, в многоквартирных жилых домах. Напомню, Министерство ЖКХ России разрешило регионам досрочно начинать отопительный сезон. Подключение к центральному теплоснабжению будет производиться поэтапно. В первую очередь отопление введут в социальные учреждения города, объекты здравоохранения, образования и культуры. С 21 сентября к теплоснабжению будут подключены многоквартирные жилые дома и прочие потребители Кызыла. Что делать, если сезон стартовал, а отопления нет? В управляющую компанию, либо товарищество собственников жилья, в обслуживаемую организацию. Если не будет приниматься меры, то можно звонить в единую диспетчерскую службу мэрии города Кызыла, телефон 2-31-42, круглосуточно. Мы также будем принимать меры и к управляющим компаниям, и к товариществам собственников жилья. 7 сентября правительство страны сообщило о закупке нового транспорта для российских регионов, которые будут доставлены субъекты Российской Федерации до конца текущего года. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 2 распоряжения о закупке для регионов свыше 1500 школьных автобусов и 1150 автомобилей скорой помощи. Автобусы для детей поступят в 77 субъектов Федерации, а новые машины скорой в 75 регионов. Как поясняется в документах, это поможет обеспечить стабильное социально-экономическое развитие России. Заметим, что такой подарок от федеральных властей получат далеко не все субъекты. Однако Туве посчастливилось попасть в это число. А пополнение автопарка, местных школ и учреждений здравоохранения написал в своем блоге глава Тувы Шалбан Караул. Хорошие новости. Минпромторг России удовлетворил нашу заявку, а премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении школьных автобусов и автомашин скорой медицинской помощи. В этом году их количество больше, чем в прошлом. Мы смогли мобилизировать средства на софинансирование. 22 вместительных автобуса для школ и 10 для скорой. Сейчас нужно доставить транспорт в республику. Всего в Туву поступят 22 школьных автобуса. Это 7 машин вместимостью от 10 до 12 человек, 11 авто вместимостью от 13 до 20 человек и 4 автобуса вместимостью 22-24 человека. В республику будет доставлено 10 автомобилей скорой помощи класса Б. Списки школьных организаций, а также медицинских учреждений определены в соответствии с потребностями региона. Сообщается, что школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Водители, как автомобильный завод «ГАЗ», Павловский автобусный завод, Курганский автобусный завод, «Волга-БАЗ» и другие. Ажиотаж в Кызылском отделении пенсионного фонда. Как только в социальных сетях прошла информация о пенсионных выплатах женщинам с так называемым советским стажем, поток пенсионеров увеличился. По словам сотрудников управления, данная практика перерасчета велась, но только в частном порядке. В результате всплеска в социальных сетях, в интернете, вот такой ажиотаж у нас пошел. Конечно, специалисты не успевают. Это вот помимо этого перерасчета у них и другие назначения перерасчета выплата. Поэтому вот такая ситуация не только в Туве, по всей России она создана. Аграфена Буркут узнала о перерасчете пенсии несколько дней назад. Соседка рассказала ей, что пенсионный фонд проводит перерасчет пенсии за детей, рожденных до развала Советского Союза. Так женщина решила узнать, как эта система работает, и обратилась в ведомство. Однако ее ждала очередь из 70 человек. У тебя трое детей, делать надо перерасчет пенсии. У тебя, говорит, маленькая пенсия, тебе надо сделать. Я с утра сильно рано-то никак не могу, потому что я пока сама с собой отвожусь, задыхаюсь сильно. И давление утром сильно низко идти. Сегодня пришла уже где-то в 9 часу, и уже 72-я. Если сегодня я не пройду,
значит, завтра мне снова надо как-то сюда добираться, и опять я запишусь, и опять я буду 70-я какая-нибудь. Данная процедура началась в этом году. Перерасчет проводится для женщин, которые ушли на пенсию до 2015 года. По словам сотрудников пенсионного фонда, женщины, имеющие одного или более детей, в том числе взрослых, рожденных в советское время до 90-х годов или позднее, могут получить прибавку в виде пенсионных баллов. Вот эти граждане могут обратиться, да, по разным способам, через портал госуслуг, через многофункциональные центры, которые у нас открыты во всех районах, городах республики, или непосредственно в пенсионный фонд. Могут подать заявление. Но знаете, прежде чем подать заявление, у нас есть структурные подразделения. Мы предварительные расчеты уже произвели, кому выгодно и кому невыгодно. И когда анализ провели, получается выгодно в основном тем, у кого зарплата маленькая и непродолжительный стаж. Всемирная паутина для многих пенсионеров так и осталась недоступной и во многих случаях непонятной вещью. Именно поэтому большинство из них, вместо того, чтобы обратиться в ведомство через портал госуслуг, приходят и ждут своей очереди по несколько часов, а иногда и дней. Да, наверное, внучка может. Надо, я еще точно не знаю, но надо поговорить мне с ней. Но они как-то вот с этими телефонами что-то там, они же это соображают, это мы не знаем. СМС-ка пришла, где я что, куда писать. Есть такие категории пенсионеров, которым доплаты не будет. В каждом отдельном случае расчет пенсии, как и расчет размера доплаты, будет сугубо индивидуален. И ни о какой фиксированной сумме прибавки говорить не приходится. Для кого-то это будет доплата в 300 рублей или даже больше, а у других окажется равной 1 рублю. Увеличение, знаете, от 100 рублей где-то до 850. И то вот как бы было, это вот 850, это многодетным мамочкам, да, если они осуществляли уход за 4 детьми, 6 лет ухода имеется. Вот по ним можно, допустим, там смело сказать, если они, у них маленькая зарплата и есть желание заменить, ну, до 800 рублей. Стоит отметить, что на перерасчет пенсии могут и претендовать мужчины, которые в одиночку вырастили детей или же уходили в декретный отпуск. Если у жены, да, этот период не учтенный, да, допустим, что она работала, а мужчина в это время не работал, да, фактически осуществлял уход за ребенком, соответственно, вот этот период пересчитывается. Каких-либо определенных сроков на перерасчет не существует. Так пенсионер может подать заявление как в этом месяце, так и в следующем году. И информация о курсах валют на сегодняшний день. Доллар стоит 57 рублей 27 копеек, а евро стоит 68 рублей 55 копеек. Большое поступление утеплителей «Изовер» в Кызыле. Официальный партнер – магазин «Ошиан». «Изовер» обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт, экономит теплоэнергию и водостойкая. Московская, 24. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семенов. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Стиральная машина «Зануси» с загрузкой 4 килограмма всего за 11 590 рублей. RBT.ru. Надо тебе чехол для планшета связать. Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера «Ассоль». Морской курорт в 2 шагах от дома. Наш адрес: Калинина, 3/3. Два человека попали в больницу в результате ДТП, которое произошло на 23-м километре дороги Туран-Хада. 23-летний водитель села Аржан не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. В результате ДТП в Пихемскую центральную районную больницу были доставлены водитель и 32-летняя женщина-пассажир с травмами различной степени тяжести. Они госпитализированы в хирургическое отделение. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем, который должен был вести транспортное средство, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость по направлению движения. Кроме того, установлено, что мужчина сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кызыльский.
В связи с тем, что с июля по сентябрь произошло 68 ДТП, в которых 28 человек погибли, с 13 сентября сотрудники ГИБДД проводят операцию «Трасса». Наиболее аварийными днями недели считаются пятница и суббота. В эти дни зарегистрировано 15 и 13 автоаварий, соответственно. По средам произошло 10 происшествий, по понедельникам, вторникам и воскресеньям по 9 ДТП. Как показал анализ, наибольшее количество аварий происходит в период времени с 17 до 18 часов, с 15 до 16 часов и с 20 до 21 часа. Чтобы не дать печальной статистике расти, сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, которые управляют машиной в состоянии алкогольного опьянения, и пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, непосредственно влияющие на аварийность и тяжесть последствий ДТП. Подпольный агроном. В одном из домов Тандинского района сотрудники наркоконтроля выявили факт культивирования наркосодержащих растений. В ограде и огороде полицейские обнаружили грядки с маком. Всего наркополицейские насчитали 271 куст запрещенного растения. Как выяснили стражи порядка, хозяин выращивал мак для личного употребления. По данному факту в отношении хозяина дома, ранее судимого мужчины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, частью 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Духовой оркестр правительства Республики Тыва примет участие в первом фестивале духовой и эстрадной музыки на Алтае. Мероприятие посвящается 80-летию образования Алтайского края. Коллектив духового оркестра правительства региона будет представлен 24 музыкантами. Вокалисты – народная артистка Тувы Софья Караол и Эртине Тумак, дирижер оркестра Саян Салчак, директор коллектива Артур Дулуш. Оркестр представит на суд жюри и публике сложную, но тем не менее интересную программу, куда вошли известные праздничные увертюры Владимира Тока в аранжировке заслуженного деятеля искусств Республики Тыва Петра Казимира, музыкальный каламбур Анатолия Крола, народные песни. Одним из новых произведений в репертуаре оркестра является композиция из пятой части сюиты для духового оркестра России Республика Тыва Владимира Чернявского, посвященная столетию единения нашего региона с Россией. Таким образом, духовой оркестр представит классические и основанные на музыкальных традициях тувинского народа произведения. 14 сентября наш коллектив впервые за это время выезжает в город Барнаул. Там будем участвовать в основных трех мероприятиях. Это будет марш-парад духовых оркестров, дефиле выступления духовых оркестров и одночасовой концерт. Школьницы из Тувы выиграли блиц-турнир шахматного фестиваля «Анапа-2017». Всего в соревнованиях приняло участие 150 любителей молниеносной игры. По итогам 9 туров среди девочек до 11 лет первое место заняла Саюди Аюн, а среди девочек до 9 лет победила Арина Иргит. Также последняя завоевала бронзовую медаль в классических шахматах. Сентября по Республике Тыва ожидаются сильные дожди, грозы, град. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Кызыле будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов, ночью плюс 2, плюс 4. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане пасмурно, ветер, температура воздуха утром плюс 8, днем плюс 12. На Полке и в Танзебее пасмурно, идет снег, температура воздуха утром плюс 6, днем плюс 11. По всей трассе проезд удовлетворительный.